Хейо, гайз, в Мишмихи мы продолжаем проходить игру по названию Train Complex Story. В принципе, у нас, по идее, тут осталось... Я даже не знаю, немножко, наверное, потому что уже 9 серий есть. А по первой... В пещерах Понтий нашел несколько грибов, но Зоя и Амадей убедили его не есть их. Амадей вспомнил, как варил грибное зелье, будучи еще учеником. Ничем хорошим это не кончилось. Герои вышли из пещеры с первыми лучами рассветного солнца. Начать. Красивый рассвет. Замок Розабель должен быть уже близко. О, бутылочка с секретом. Жалко, что, конечно, ее подобрать нельзя. Хлоп, хлоп. Лоб. А, там есть когда залезть, но там, ну, как закрытое. Давайте где-то вот так я встану. Ice shooting. Ну как бы у меня нету... ну ладно. Я не понимаю, что в вот это у меня говорят. Висят огромные мохнатые фрукты. Кокосы. Это кокосовые орехи. То есть это огромные мохнатые орехи? Нет, это фрукты. А почему тогда кокосовые орехи? А не кокосовые фрукты. Не знаю. Так, баночка. Так, а что мы будем прокачивать? Я уже и забыл на самом деле. О, нихера себе. Крабик. Но он, кажется, так не умрет, да? А нет. А, да. Интересненько. Сейчас мы крабика немного прижучим. Вот и все. Так, ну это было логично. Мне не войти сюда, нужно было бы спрыгнуть. О, тихо, там скорее что-то есть. Нет, нету. Плохая рыбка. Так, мне нужно как-то открыть эти воды. Но она хотя бы не нападает, я вам скажу, это хорошо. Это, по крайней мере, радует. Так, где-то мои взрывные стрелы. Ну, это тоже довольно логично и легко. Thank you.
В Монате там что-то ценненькое есть. Ха. Так, подожди, ай, блин. Ну, вам вообще посрать. Снова это демон. Легко. Легко и просто. Ну, в принципе, я все изучил, что мне нужно было. Можно, типа, магниты взять, чтобы присасывать к себе. Сунуть. Вот, вот так ровненько. Не знаю, для чего я это сделал, но пускай будет. Шипы. Я понял. Ага. Ага. Странные головоломки, на самом деле. Уп! Почти споймали. А, может нахер собирать эти запчасти, сразу пойдем. Ой! Ладно. А, на крухоля дает. В принципе, мог бы туда допрыгнуть, если так подумать. Так, рисовать под водой я не могу. А, но я могу сделать вот так. Не могу. Но я могу подтолкнуть. Бить я тоже не могу.
Давай, 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 давай. Отлично. Может это быть просто рыба плавает, она даже может быть не нападает. До свидания. Нифига себе. Да ёлки-палки, что с вами не так? Так, это гоблин. Так, все, да? Подожди. Ай, блин, а я не смогу, да, свои доски поставить? Короче, я понял. Так, чуть не упал. Факты только так мог сделать сейчас. Ну что, поехали на лифте? Ясно, мы поплыли. Но она хотя бы не захлопнулась, это радует. Так, огромный поток воздуха, хорошо. Морская звезда прыгающая? Нифига. Так, ладно, пускай опыт набирается. Я понял, морские чудища. Это что, кракен? А это безопасно? Не уверен.
Моя сестра красотка, а я всю жизнь дурнушка. Но мне быть королевой, а ей лежать в гнилушках. Понятно. Вот я не помню, как это забирать. А вот. Оно всегда странно работало. А это он до конца будет подниматься. Ой, жаль. Давай, толкайся быстрее. Чё так долго? Понадобится точно рассчитать время. Какое время? Сейчас бы время рассчитывать. Да, колдун? Ага. Ага. Тебя сметает, колдун? Ой, там небо не прогружено. Хы. Ладно. Ну и погодка. Принял. Не, но я все равно вниз еще схожу, посмотрю, что снизу. Зря, чел. Интересно, что это за камень такой. Буду надеяться, он нам не пригодится. Раз, два. Манать молния прямо около меня херячит. Ну поехали дальше. О, сокровище. Празднование дня рождения было роскошным. К сожалению, его омрачило недовольство принцессы Розабель, которой показалось, что ее обделили подарками. Принцессе Изабель подарили шитое золотом платье, бриллиантовую тиару и пару шелковых перчаток. Принцесса Розабель
получила шитое серебром платье, ожерелье из лунного камня и пару кружевных перчаток. Типа у нее была зависть, она убила свою сестру. Слышу. И кое-что кого. И кое-кого я тут вижу. Ладно, один возьму себе. Ух ты ж, ё-моё. Стрёмная херня. Ну чё, он прыгает нормально, что ли, не умеет, я не понимаю. Ладно, возьмем ее. Ясно, она даже не может запрыгнуть. О, сосёшмах. А вы чё выбрались с... С моих пут. Спасибо, господин осьминог. Надо господина осьминога захватить. Ну, думаю, ладно, потом захвачу. Ох ты ж, ё-моё, тихо. Блин, Манати меня чуть не убил. Смотрите, это леди Розовая. Ага, она, стало быть, не соврала про свой титул. Зоя, такая благородная дама никогда бы не стала лгать. Ага. Вот и потеха. На, страшно. Ничего то, что я успел как бы перепрыгнуть, не? Долгий какой-то эпизод. Вот там портал какой-то показывает. Что это? Я сюда что-то должен скинуть?
Священная вода? А, да. Осталось. Ладно, построим еще с... Куда дальше? Так, куда же сейчас выберемся? Раз. Отличненько. Но эпизод довольно, да, долгий какой-то. Ну, типа уровень. Хоп. Посмели вторгнуться в мое логово? Круши! Бесполезные миньоны! Ну, про себе! Проникнитесь мощью короля гоблинов! Сбирайся и сам! И отведай моего молота! Да ты! Вот, конец! Ну, это, в принципе, как и тот гоблин был. Корону я оставлю себе, если вы не против. Ура! Мы очистили замок именем Ее Величества! И наше королевство скоро тоже будет спасено. Возвращаемся в тот дом? Не торопитесь. Я хочу сперва осмотреться. Может, найдем королевские сокровища, о которых говорила Розабель? Может, не стоит? Хотя бы могу восстановить своего рыцаря. Ну, заметьте, один тут боссы, они очень друг на друга похожи. Смотрите, это Изабель. Вот ее имя. Сестра Розабель, которой принадлежал портальный медальон? Да, и где она сейчас? Дорогая Изабель, с 18-летием тебя, а также с титулом кронпринцессы и наследницы трона. Чтобы отпраздновать это событие, я приготовила тебе в погребе сюрприз. Только это секрет. Никому не говори. Иди через прачечную, я там тебя встречу. Розабель.
Артефакт душ. Он наделен огромной силой. Я могу использовать его, чтобы вернуть тебя и возродить королевство. Пойдемте за ней. После битвы с королем гоблинов герои осмотрели замок. Там они нашли свидетельство того, что Розабель была не единственной принцессой. Похоже, что Изабель и Розабель однажды были близкими подругами. Но что с ними сталось? Несмотря на протесты Амадея, Зоя повела героев в подвал на поиски сокровищ и секретов. Ну что, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!